На один населенный пункт в Сургутском районе станет меньше. Администрация муниципалитета ликвидирует поселок Малоюганский из-за бесперспективности его развития. Там не было централизованного отопления, водоснабжения и магазинов. В последние годы там жили всего 9 семей. Их всех переселили в новый дом в сельском поселении Угут. Один из новоселов – Виктор Белецкий. Он прожил в Малоюганском 35 лет. Мужчина рассказал, что уже долгое время его дом не отвечал требованиям комфорта. Поначалу все холодно было вообще. Не было даже утеплителя под брусом. Все зашивали, все по-новому делали. Полы все вот так стирают. Соседи бегают там, дети. У нас все ходуном ходит. Ну, дерево есть дерево. Сколько оно можно ехать? Правда, второй этаж был теплый для людей. У нас всегда холодно. Когда все жители Малоюганского переедут, их старые дома снесут. Ликвидация строений запланирована на следующий год. Подобная история, напомним, случилась в 2021 с поселком ГПЗ. Людей из 11 деревянных домов переселили в Солнечный. После строения снесли. Сейчас в поселении ключи от новых квартир ждут собственники недвижимости в двух оставшихся капитальных домах, которые недавно признали аварийными. После этого населенный пункт будет считаться ликвидированным. Есть у властей желание закрыть и поселок Горный. Однако не все жители на это согласны. Вот вы считаете, что бесперспективные, а жители считают, что очень перспективные. Вот по тому же Горному, да, история длится с 2006 года, когда еще депутатом был от этого поселка, Горный, Цветомина, Лямина, Барсова. Отказываются люди переселяться. Может быть, со временем придут к этому пониманию, но вот на последний опрос показал, что 50 на 50. То есть там порядка 100 человек, вот половина хочет переселиться, а половина не хочет категорически. И вот что делать? То есть пока не будет вот стопроцентного согласия, вопрос этот не решить. Как было с ГПЗ, как было с Малоюганским, то есть это желание жителей.